старший следователь Приморского отдела полиции Баланчук Виктор Олегович. Виктор Олегович, скажите, пожалуйста, где мы сейчас находимся и что случилось? Дерибасовская, 14, я же говорю, было сообщение о заминировании здания по адресу Дерибасовская, 14. Более вам ничего. А от кого? От анонима или кто-то? Естественно, от анонима. Ну, может, сотрудник, мало ли. Нет, анонимное было сообщение. А во сколько поступило? Точного времени у меня нет, примерно 40 минут назад. А сейчас сколько времени у нас? 12:10. 12:10. То есть ориентировочно в 11:30 сегодня. Так, да. А какие работы сейчас проводятся? Сейчас внутри здания взрывотехники вместе с кинологами осматривают помещение Райффайзенбанка. На данный момент что-то известно? Пока здесь ничего не известно. Понятно. Улица перекрыта, Дерибасовская или как в этом? Да, улица перекрыта. На каком участке? Ну, участок вот этот квартал. То есть это получается Екатерининская и Шалевская? Так точно, да. Что-то еще можете сказать, что известно? Мы ждем результатов осмотра, потом дальше вам все расскажем, если вам будет интересно. Спасибо.